Всем привет, ребята! Это Ark Survival Evolved, и сегодня я и Самир рейдим одних ребят, точнее, мы мстим им за то, что они прилетели к нам на базу, и пока вот Самир один был в онлайне, напали и снесли там пару рексов и пару нищенцев и гигантов, но, тем не менее, они их нам снесли, потому за все должна быть месть, и, собственно, поскольку они нас зарейдили, когда у нас почти никого не было, кроме одного Самира, если бы Самир мне не сказал, я бы тоже не зашел, вот, мы то же самое провернем с ними, сейчас заберем у них немножко динозавров. Так, ребятки, мы зашли внутрь, вот смотрите, как у них красиво все на базе, сейчас мы сольем им немножко черепашек, немножечко сольем им... Тут птер еще есть. Ой, какой птер сал. Блин, Самир, не подбегай. Давай его с двух сторон. Минус птера сделаем ему. Бедный птер. Запинали просто. Так. Минус птер. Что за седло? Ну, смотри. Фиолетовое седло. Лично. А ну, что там еще было? Фиолетовое седло забираем. Оно нам, в принципе, не нужно. Но лучше, чем ничего. Так, черепашек давай дальше. Тут еще две черепахи у них. Костяк я набью чуть-чуть. Так, может, голову лучше? Пацаны, наверное, огорчены. Еще второй этаж есть у них. Что-что? Второй этаж есть, кепсики. О, да, кстати, тут же кепсики есть. А там турели могут быть, надо быть осторожным, проверить. Давай я кепсика пока этого покоцаю чуть. Красное копье, ребята, это сила. Ну так вот, вот так. Минус красный, минус кецель. Ну как бы обмен. Мы поменяем двух гигантов. И сколько там, 4 рекса было, да? Мы еще гигантов им убили. А, да, мы еще внизу же гиганта убили, точно, я даже забыл. Ну там гигант тоже нищен. Какой у тебя урон, кстати, с копья? Так мощишь просто жесть. Жесть. Ну я выпил еще кашку, перекинул с тобой. Потому что я его еле бью. Ты там, я видел, с пару ударов кецаля убил. Что у них за кец 162? Китай, блин, нищенские кецы тоже. Такие, ну то есть, не особо они высокие. Ничего, сейчас сделаем минус кецаля. Но база у них, кстати, ребята, там жесткая. Вот там она, не основная база. Вот там, видите, то есть, как бы, базу рейдить там сложно будет. База хорошая. Ну, то есть, в плане хорошая, имею в виду, что она такая, не нубская. Вот, ты мне пришел помогать. Смотрите, ребята, на разницу в дэмэдже. Мой дэмэдж и Самира дэмэдж. Ты его убьешь еще ударов, наверное, 20. 18, 16. А, ну ладно. Чуть-чуть... Слишком много, считаешь? Чуть-чуть ошибся. Белое седло, нафиг. Че, черепашек уже покоцал? Давай, черепашек. Все равно, вон, наверх можно залететь. Подожди, стой, неизвестно ли там турели нету, Самир, осторожно, сейчас сольемся. Да нету там турели. Да? Ну давай. Вот сюда, если залететь, вот напротив меня, видишь, нижнюю часть, фундамент у нас стоят. Ну. Можно там сишками взорвать и потом птером залететь. А турели, понимаешь, турели, по-моему, зацепят. Плюс цветы. Не рейнджер там, не рейнджер там. Не буду. Давай птером залетим. Там, а может, не стоит проверять? Птера сейчас сольешь просто. Не, я это в конце проверю. Может, птеров нам не жалко? А ты куда? Подожди, стой, а мы наверху, или ты хочешь? О, минус птер. А что ты делал-то, я не понял. Я вовнутрь хотел, в верхнюю часть. Ну подожди, так пешком бы зашел, зачем? Стой, на верхнюю часть как бы зайти-то. На верхнюю так не зайдем. Что, я сишки скину тебе? А чё, в птере там что-то было, кстати, ценное? Сейчас не заберем. Да нет, сишки я скинул. А седло? Забрал я всё. Седло обычное. Понятно. Так, ребятки, продолжаем. Мы подумали, решили, что надо все-таки зайти вот отсюда. Потому что оттуда птеров не проведешь. Птеров наших там расстреляли. Мы пытались через эту дырку просунуть птеров, но видите, птеры умерли. Поэтому решили, что все-таки лучше потратить сишек немножко. У нас там дохрена их, поэтому... Я думаю, если мы потратим пару сотен сишек, ничего страшного не будет. 38 тысяч еще остается в этой стенке. Так, 2, 3, 4, 5,
4, 5, 6. Взрываю по несколько штук, так что проверить. Иногда можно неправильно закидывать, они будут дэмэдж. Вот видите, сейчас дэмэдж плохой прошел. Так, отлично. А, зашли сюда, давайте посмотрим, что там выше. Так, давайте это сейчас проверим. Там могут быть турели. Надо быть крайне осторожным. Вот так резко, оп. И вниз. Так, турели вроде нет. Ладно, залетаем тогда спокойненько. Генератор. Опа, что за генератор? И зачем он им здесь? Чтобы убить одного кицаля, пришлось просрать 50 сишек. Ну, с другой стороны, 213 кицаль. Можно его смело убивать. Смотри, тащить сюда кицаля с черепахой. Скинуть им на базу кицаля с черепахой? Но мне мы просто маленькую дверь открыть и через маленькую дверь танковать вот эти турели все. Кстати, вот это хорошая идея. А как мы кицалем залетим сюда? Придется стекло еще одно разбивать. Кицаль. Бляха. И вот это, походу, стекло придется разбивать. Что, угловое? Да нет, только дверь есть поломать и все. Бошку вытаскивать из черепахи. Да нет, ты не понял. Ты не понял. Так, кицалем надо же завести сюда черепаху. Ты как поднимешь наверх черепаху туда? Орел-то не возьмет. Тут надо пробить одно стекло, потому что кицаль не залезет внутрь через одно стекло. Через два, дай бог, чтобы залез. Притащить кицаля. И да, можно так зарейдить. Короче, сейчас что-то придумаем. Итак, ребятки, продолжаем мы этот рейд. Такой, честно говоря, фанивный рейд. Мы с Самиром в два рыла это все делаем. Вот, как вы видите, сейчас Рекс отжирается, танкует, принимает урон. А пока все идет хорошо, так, знаете, по плану, медленно, но уверенно. Уже где-то полтора часа мы занимаемся прикольчиками такими вот. В общем, операция The Raidy САО продолжается. Истинных САО. Надо подчеркнуть, это не просто САО, это истинные САО, истинные воины. Продолжаем разряжать их турельки. Не знаю, сколько это у нас займет, прошло минут, может, 20 с последнего того, что вы видели. Продолжаем разряжать. Рексик получает, но держится молодцом. По чуть-чуть краснеет, но сейчас мы его опять будем хилить и дальше разряжать. Половину турели уже дальних разрядили, то есть вы видите, пол базы уже отключено. Чего? Два. А, две все. Турели, одна. Сейчас еще пару выстрелов, и она накроется медным тазом. Если постараться, то можно зайти и сейчас к ним туда поприветствовать. Тут уже осталось считанных делов-то. Пробить стенку и просто войти. Ну, при условии, что там внутри нет турели. Если есть внутри турели, тогда, конечно, придется еще немножко погеморроиться. А по большому счету, база уже почти пала. Мы с Самиром засунули Рекса уже на крышу, потому что пришло время разряжать дальние турели. Вот это полностью все эти турели уже разряжены. Сейчас пойдет вход базука, которая посносит все эти цветы, ну, дырку там сделать минутное дело. Вот. Наш рексоид получает пока по жопке, отхиливается и получает. Так, продолжается. Будем разряжать. Пока вот ту угловую не разрядим, а нет смысла стрелять, потому что, как вы видите, сбивают турели наши снаряды. Так что пока продолжаем осаждать. Продолжаем подрывать базу противника. Вот, например, вот так. Опа! Дырка есть. Теперь осталось узнать, или там есть турельки. Ну что, в эту дырку будем залетать или заходить? Как? Дырку только что сделали с помощью базуки. И теперь попробуем сейчас внутрь зайти. Так, тут ничего стрелять не будет. Надеюсь, ничего. Вот. Меня проблема. Да, там дырочка маленькая. Мы сейчас туда быстро проскочим. Опа. Так. Что здесь у нас такое? Ну тут, короче. Тут у них. Че наш так раздеток? Сундук какой-то стоит. Что в сундуке? Красная снайперка и пули. Нормально, забрал. Красная снапа была, прикинь. Охрененно. Тогда посмотрим, что с другой стороны.
Так. Ну пока внутрь надо. Давай ковырять внутрь. Берешь вот так вот базуку и вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Прямо в ту сторону так. Опа! И дудук. Эй, откуда? Откуда подлый цветочек стрелял? Чё-то не понял. Там что, цветок что ли вырос новый? А, это этот писюн. Все ясно. И берем еще раз. Так. И еще раз. По розеткам пройдись, если есть розетка. Да, я пока не вижу розеток. Кстати, они где-то внутри их запрятали. Все, генер отключил. Вроде один. Так, чё? Тут чувак мертвый. Там турелек нет, интересно. Блин, сыкотно заходить с такими ресурсами. У них вот лабиринты, вот чуваки спят. Что у тебя ел? Ох, ё-моё! Взять все, спасибо, братан. А ну у тебя что? Откуда ты все турели отключил? Можешь выйти посмотреть, зарисовывать турель? А я не знаю, сейчас... Ох, блин, какие у них тут... Жёлтые копья, пацаны, спасибо. Чё ещё тут у них? У них там внутри специально есть. Вот в том направлении, в котором ты идешь. Кстати, он сагрился. О, у них там дофига. Сейчас я, блин... А, я с сишками. Сейчас, ребятки, продолжаем рейдить. Боже, тут столько добра всякого. О, давайте оденемся сразу, чё я туплю. Одевай. Воины правосудия одели доспехи. Сейчас мы немножко сишек возьмем. А, на восьмерочку их поставим. Вот пробьем вот тут вот дырку, давайте. Вот тут. Опа! Вот так. Я... Или лучше тут сразу. А давайте. 3, 4, 5, 6. Идем взорвем это. Так, что там? How much? А, ты еще... Что-что? Блин, что-то я кинуть не могу. Ну там обломки, наверное, поэтому. Да-да-да. Все. Взялась два снаряда. Не понял. Че, не взорвалось? Серьезно, сколько там осталось? 71 хелс. Придется еще одну стишку потратить. Не хотелось мне, но что поделать. 71 прочность, это, конечно. Все. Что тут у них? А вот куда генеры идут. Ага. Агагушечки. Что это такое? Газолин. Еще один генер отключили. Тут генеров, конечно. Блин, слушай, завались. Че, Птер, где нафиг? Давай, Птер, сейчас базе твоих прошлых хозяев придет капут. Так вот надо... Блин, я боюсь себя подорву. Слишком близкое расстояние, наверное. А ну. Упс. О, биотурель тоже. Упс. Я не хотел. И еще раз. И еще раз. Вот сюда. Вот так. Опа. Так, все. Твою мать. Сочи, цветочек. Ты, блин. Вот. Тут цветочек меня плюнул один. Сейчас я его оприходую. Они что, внутри тоже посадили цветки? Не-не, это там... Упс. Перестарался. Ты стены не ломай, а то потом не выйдешь, не зайдешь. Подожди, подожди. Что стреляет? Это в тебя? Да, по мне же капает. Все, я понял, я пошел. Так, базука больше не понадобится. Итак, ребятки, мы зашли дальше. А вот тут-то нас ждет сюрприз, мазафака. Кто стрелял? И откуда? Мне турели проходят. Какие-то кто-то по мне, кто-то стрелял. Так, сейчас мы Птеров сначала так. Опа! Сейчас минус Птера. Я чуть не понял. Тут кицаль какой-то у них. Что-что? Их же снайперками. Да-да-да, их не. Это знаешь, что может быть ужаснее, чем ихними же снайперками забить ихних же животных. Блин, кицаль мне мешает. Ну что ж ты, блин? Кицаль, ну иди. Писин дурной. Смотри, что делает. Придется в тело стрелять, а то я в голову попасть ему не могу.
Нифига себе, аптер у них, кстати, очень жесткий. Ну и сколько там тебе птерчик, птерчик? Вы такого птера вырастили? Нифига себе, слушай, блин, яйца хорошие должны быть, надо будет забрать. Все, минус птер. Откуда стреляет? Турелька стреляет, скорее всего, по тебе. Да, но я не могу понять, откуда. А, все, вижу, где турелька. Вижу, вижу, вижу. Но птер, орла еще им сниму. У них птер закрывал турельку. Ну все, по птеру ракетой пройдите, и турелька упадет. Не-не, подожди, не могу, потому что турелька собьет. Не собьет, если прикрывает ихнее животное. Не, уже не прикрывает. Я ж не знал, что она там, эта турелька. Так, минус аргент. Сейчас мы по-другому зайдем. Куча входов. Это что у нас? Это у нас... Так, теперь это. Сейчас мы это заминируем. Это дело. Колбасень эту заминируем. Раз, два, три, четыре. Хватит. И просто... Опа. Не хватило? Ладно. Пять. Теперь точно должно хватить. Да. Пойдем посмотрим, что там у них. Турелек нету, а ну хопа! Хопа! Чуть не видно, что там, ребята. Что там такое? Давайте еще раз. Не могу понять, есть там турель или нет. Есть, 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 есть турелька. Ладно. Ладно. А если вас зарейдить вот, вот так? Сколько на стенку сишек надо, не знаешь, Самир? 7 штук. 7. У меня все на 7. А, блин, нужна еще одна базука. Надо выйти отсюда. Кстати, базуки. Я... Да, там базуки. Есть. Сишки лучше оставим. А, Кицаль что, сдох? Я так и не понял. А, нет, Кицаль уже отлетел. Значит, у них две турельки есть. Надо пройти вот в этом месте. Может, тут не будет. А давайте нафиг, я так подумал. Давайте сишки. Че мы, блин, паримся? Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Должно этого хватить. Отлично. Давайте посмотрим, тут что-то есть. Пускай развеется пыль. Пыль! Уйди, пылючка. Что там, Рекс наш? Ох, молодец, держится. Жопкой так танкует. Красиво, красиво. А ну идем. Что тут? Опа! Турелька вверху, по-моему, да, была, ребят? Надо генератор дойти, генератор включить. Да, тут турелька. Ладно, делаем так. Сишками. Ой! Ой! Нет, так не пойдет. Туда не докину, да? Так. Нет, блин, тоже не докину. Но я вот это и имел в виду, что мы придем. А, черт, не достает. Было как бы это... четверо, а нас двое. Да. Так, подожди, как бы это замутить? Эта турелька меня бесит немного. Так не достанет. А так она будет стрелять, да? Будешь стрелять? Ну и куда? Блин, ну не туда ты лепишь. А, слушай, турелька под себя может стрелять? Нет? Самир? Нет. Под себя в каком смысле? Если открыто, то да. Она, я именно под нее хочу залезть. Она на таких как бы рампах стоит. Я просто не могу прилепить сишку. А что тут, кстати, было у них? Давайте если посмотрим. Упор в стене будешь, то там будет прикрывать мостик. А чё? Тут дофига ганпавдера. Забирать ганпавдер? Чё у них забирать? А не. Рецепт. Опа! Это как понять? Что случилось? Она нагнулась, но не стреляет почему-то. У него может патронов нет. Вот и выстрелил. Сука! Стреляет. А что ты с ракеты сразу не снес? Не могу, там очень узкий коридор. Если я начну сносить с ракеты, меня, короче, это она убьет. Сейчас забегу еще раз. А с задней стороны попробуешь?
Ну там сзади, там со всех сторон у них турельки. Надо генник найти. Генер найдем, отрубим. Все будет зашибись. Это сейчас сделаем. Просто я пытаюсь прицепить сишкой взорвать эту турельку, но как-то она, короче... Короче, пока не получается. У них там где-то пару генеров, походу, стоит. А так. Кетца слил ты? Птера слил? Птера одного слил. Кетц там за стенкой. Я еще до Кетца не добрался. Сейчас, хотя, давай доберу сейчас до Кетца, действительно. Да, жизнь мы сегодня просили на мясо. Ну да, кстати, сейчас я Кецаля тогда избавлю от мучений. Так... Так. Ай, блин, нахрена так много? Сука. Снять. Так, надо снять одну. Что-то я перестарался, там 3000 классов, а я что-то налепил. Как будто там, не знаю, у них. Блин, куда? Давай сюда. Опа. Что-что? Сломал. А я тут стенку пробиваю, хочу к Кецалю добраться. До Кецаля, только вот... Сейчас туман развеется, то ни хрена не понятно. Тут у них что это? Сейфы? А это ворота. Блин, как же эту штуку взорвать? А ну посмотрим. Блин, не взорвется тут, ребят, нигде. А-а-а! Цепануло. Старался, чтоб не зацепило. Ладно, расслабимся еще раз. Тут просто куча каких-то ящиков. О, блин, тут ракеты, сишки, ё-моё! Я опять ходить не могу, ты прикинь. Так, ладно, пошли. Я двигаться все равно не могу, твою-то мать. А, блин. Так, это выкинуть. Что тут остается? Еще перегружен, да что ж ты будешь делать? А, куча кристаллов. Кристаллы я тоже не беру, они, блин, дохера. Кристаллы выкидывай, да. Движься, давай посмотрим, что тут вообще есть у них. Тут просто все пропадает. Так, это что? А, ну, это заберем? Припарковал здесь, вот это у них сейф даже есть. Забираем сейф или оставить? Да, ты можешь. Ну, мало до сих пор 40 минут. Так. Я пойду покурить, если пойдешь. Давай. Так, а что здесь? Эй, стой, что ты? Давай сюда. Ох, тут рецепт. Так, я красные седла все забираю. Рецепты на красное все. Ох, охренеть. Не знаю, что это, но забираем все. Что тут у вас, пацаны? Что у вас было с собой? Всякое говно. Грибы не нужны, а у тебя что? Ох, молодец, пацаныч. Так. О, миниган, хорошо. Седло. Зачем ты это все интересно у себя в инвентаре носил? Так, на жабу тебе оставлю, седло это заберем. Фиолетовый заберем. Пульки заберем. Так, что-то это все не надо нам. Это что у нас? Полимер заберем. Ну, хоть немного медленно. О, да, медленно. Пошли. По медляку. Идем все выгрузим в Рекс. Идем в Рексика все выгружать. Маленького сладенького Рексешку. Короче, пока все хорошо, ребята, идет, как вы видите. Вот. Переместить. Все. Да, все. Раз. Два. Ну же. Три. Ну, давай, лепи. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Окей, отходим. Алёшку убил какого-то. Что это у вас тут за трайп такой? Алёшка, это кто из вас? Вот, еще Алёшка какой-то. Нифига себе, Алёшка. Ух, 59 сишек, Алёшка. Ой, Алёшка. Алёшка, блин. Ты куда собрался с такими ресурсами? К нам, что ли, на базу? Так. Это тоже заберем. Спасибо. Там что-то еще у тебя, по-моему, Алёшка было. Не, все. Остальное можешь себе оставить. Сколько там? Ой, блин, нафига две? Одну. Не, мы экономные. Нельзя тратить много реза. Хоть 50 сишек у них и забрали, но надо всегда экономить. Надо быть крайне осторожным. Что-то мы там сломали, не понял. Еще одна стена. Ах вы же засранцы. Давайте еще одну. У вас столько сишек было, пацаны. Пускай обломки исчезнут. 5000, а тут?
8, давайте лепим. Не, тут две стены, там что-то есть, там генератор, скорее всего, у вас спрятан. Сейчас мы его, блин, будем. Ну, по звуку, кстати, не слышно, ребят, что там генератор. Ну. Нет, что случилось? Да я тут, короче, сам с собой разговариваю. Для людей записываю. Делаю записи и просто рейжу, сам с собой разговариваю. Ну! Пи-пи-пи-пи. Опа, кошка взбесилась. Так, что там у нас? Турепка? Ни хрена не видно. Ничего не вижу, что-то я сломал. Ну посмотри, генераторы отключились или ты не видишь? Не, турели работают. Опа, тут кто-то еще. Боже, у них тут народа, конечно, было. Вот тут еще один генератор. У них очень много генераторов. Вот. Так, что это? Кто ты такой? Давай посмотрим, что мы у тебя залутаем. Красную кирку, красный топор, синюю снайперку, красные штаны. Короче, пулек немножко. Спасибо. А их много, кстати, я тебе скажу, было, этих ребят. Их тут немало. Я же говорю, они все объединились. Объединились? Ну-ка, это хорошо. Все хорошо. Хотят нас снести. Чё мы такого сделали-то им? Мы за порядок. Всего 3 трайба, 4 трайба снесли, и все. Не говорю, чем мы такого сделали? Всего лишь 2 трайба снесли. Так, пошли, хватит. Хватит сишки расходовать. Ой, кровать упала, блин, мазафака. Чё там? А слушай, что у тебя за броня была? Я что-то тебя даже забыл раздеть, как так? Рейдер, не буду тебя раздевать. Еще какая-то дверь. Да хрен тут знает. А я их на патроны разложу. Я тебе скажу, у них тут катакомбы, блин, нахрен на этой базе. А ну, пробили ну, дверь. Ну что самое главное, херово спрятали. Что? Патроны, сишки, шмотки. Да они красные. Вообще в себе носили. Там у одного нашел 60 сишек на руках. Вообще не знаю, что это такое было. Опа, что там такое? Так, потихоньку мы пробиваемся в сердце этой пирамиды, этого творения. Ну, пацаны молодцы, они построили неплохо тут катакомбы. Так, что там дальше? Тут какая-то, блин, стрёмная комната. Мне вообще кажется, что у них турель на газоле не работает. А что за Бах Канон Пайл? Это что за фигня? Бах Канон Пайл. Какие-то ядра на земле стоят. Их можно трогать? Чё-то я не понял, что это такое. Ну, вот там генератор, ребята. Вот эту стенку бьем. Видите, вот куда идут? 2, сколько тут у нее прочностей? А, 3000, 2 хватит. Давайте. Ой, я что-то там перестарался, походу. Блин. А куда идут они? Ну, еще раз. Так. Вот, тянутся куда-то туда. Что здесь? О, смайте. Нифига себе, у них смайте, а ну. За пин-кодина? Пацаны, что, серьезно, запин-кодили? Зачем за пин-код ставить-то? Я все слишком взрываю. Чтобы мы мучились. Да и ладно. Все, нет пин-кодов больше. Что у вас тут? О, дротики, красные арбалеты, желтые автоматы. Я нашел Валхалу, это рай. Красные топорики. Слушай, тут столько добра, я тебе говорю. Тут пуль просто вообще какая-то жесть. Просто жесть. Пули еще. Дубину желтую возьму, давайте. Так, все красное, желтое забираем, остальное оставляем. Да, я думаю, нет смысла. Да, да. Желтое, или желтое даже не брать, или брать. Топорики. Давайте забираем. Пули. Чё, 33 пули. А, пускай пацаны пофанятся на базе. Так, чё в этом? Смотрим. Штаны, какой-то тут броня какая-то непонятная. Ну тут ничего стоящего. Вот это вот заберем, только желтый сет у них. Остальное не будем. Что здесь? Идем дальше. Куча подзорных труб. Ну. Надо этого кицаля как-нибудь убить. Да сейчас заберем, подожди. Давай с этим разберемся. Тут, короче, конечно, тут ресов. Тут, блин, мать его, ресов. Яйца. Опа, что за яйца? 226 у них яйца есть птеродонтов. Забирать яйца? Кстати, хорошие яйца, я тебе скажу. Да. 234-й, папочки, мамочки. Стырим яйца. Так, сколько у нас вес? 500. Тут куча всякого мяса жареного. Возьмем себе поесть и грибы возьмем. О, мясо тащи мне как раз. А тут жареное. Тащить?
Да ничего, да. Мы будем жареным мясом откармливать Рекса сейчас. Тащу. Так что это такое тут осталось? Ох, блин, сколько здесь базу! Твою мать! Взять все? Спасибо. Да, 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 да. Там куча базук, штук, не было. Штук 20. Тебе надо к кицалю бегать. А у тебя еще перевес уже? Да. Сейчас я к кицалю пошел, окей. Окей. Мать моя женщина, там столько ресов. Это просто, блин, какой-то. Они по-любому нас рейдить собирались. Вот гады-то, вот гады. Собрали, понимаешь ли, ресы и хотели прийти к нам, а мы их опередили. Смотри, у них кабели вниз идут куда-то, под фундамент. Да я там, я видел, там куда-то. Там, идут. Где кицаль. Сейчас будем искать. Хотя, с другой стороны, если мы их зарейдим, смысл это все искать. Все основные ресы, вот их, я так понял, на рейд. Базук, конечно. Так, сишки, где твои сишки? Гранаты. Гранаты тоже возьмем. Люблю гранаты. Половину гранаток, сишки. Пошли еще две турели. 140 сишек уже у меня. Прикинь, мы откупились. Мы именно откупились из этого похода по полной. Че, Самир, стоило оно того 4 часа? Конечно. Рейда? Нормально. Не, пацаны, ну вы на зла не держите, вы первые напали. Я предупреждал, что если на нас кто-то нападает, пока нас нет в онлайне, то ждите ответную реакцию. Вы как бы сами напали, так что я предупреждал, что будет ответная реакция. Ответная реакция пошла незамедлительно, видите, в этот же день. Так что вы уж простите, но, пацаны. Но такие вот дела. Мы вас рейданули. Стройтесь дальше. Если хотите воевать, надо воевать честно. Если вы хотите нечестно приходить, когда никого нет офлайн, ну, когда все в офлайне, да? То мы тоже придем, когда у нас, когда вы в офлайне. Так, так каждый может зарейдить. Что ж ты будешь делать? Попади туда. Я запрыгнуть уже не могу. Пьяный алкаш. Ты ракеты можешь этот... Что? Ловилки им взорвать. А, да, ну а... Слушай, если я стрельну ракеты, ее не собьют, потому что меня убьет. Ловилки сейчас я взорву. Я ловилки. Привык, я этот прикрываю. Окей, я понял. Хотя у меня уже мяса нету. А тут турели не работает? Давай, я стреляю. Нет, стой, Самир, осторожно. Давай. А там много у них вообще хелсов этих ловилок? Ты не туда попал. Погоди, я приду, ты мне мясо закинь чуть-чуть. Я мясо в кицале все выгрузил уже. Веселье продолжается. У них, кстати, еще дофига чего. Может, у них там еще где-то есть какие-то сейфы, надо проверить. А то хрен его знает, что там. Вот тут этот, видите, вот тут, ребят, туда куда-то идет. Туда идет куда-то. Этот. Генератор. Давайте тоже пули заберем. Знаете, вот когда ты относишь дофига. Ты по розеткам шмальни, посмотрим, может отключится. Не, подожди. Сейчас я знаю, где у них еще один. Вот тут, походу, еще один генератор. Слушай, сколько они тут генеров поставили? Что-то я не могу врубиться. Они, пацаны, конечно, они как будто чувствовали, что придут к ним и наставили столько генеров, что просто жесть. Давай. Ну же. Давай, деточка, лепи. Стоп, а там может быть... Давайте еще здесь. Сколько тут двери? Три. Еще три. Три. Три, все. Уходим, сейчас проверим. Что-то я боюсь, что там турелька. Сейчас открою доступ к турельке, и потом будет очень плохо проходить здесь. Ты лучше знаешь, что сделай? Вот эти ворота поломай, большие, чтобы, если что, я смог танковать. Опа, стоять. Так, турелька есть. У них тут еще какой-то. А, это говно, что ли, у них? Вот там еще, видите, ребята, генератор тут еще, вот тут. Опа, это что такие дудошечки. Сейчас мы генератор тут бахнем. Для начала. У них тут, короче, очень много генераторов. Они, походу, специально это замутили, знаешь, чтобы их, типа, не зарейдили. Чтоб если один генератор отключается, чтобы у них были там запасные. Сейчас мы, блин, покажем вам. Оп. Иди, генер. Так, а ну, перебежки. Маленькие перебежки. Генер тут был? Я не понял. Или не было? Что там было? Ну не вижу что. Да, там был генер, отлично. Где турелька теперь понять бы? Откуда ж ты настреляла? Чё-то не понял. Наверху что ли где-то? Так, давайте вот сюда, ребят, стоп. Давайте вот сюда. Пол зарушим вот этот. Сейчас
Самир, я тут, короче, устраиваю просто пирушку. Три. Да отдыхай. Хватит. Я просто им базу, короче, просто все раздамаживаю, так что смотрим. Тут где-то генер должен быть, да? Да, он у них. Это земля уже. Так, ни хрена не видно. Пускай развеется туман. Так, что здесь? Это была турелька вроде, ребят, если не ошибаюсь. Да. Это была турелька. 400 пуль. Спасибо. Так, прошли дальше. Теперь, где тут турель? Так я не понял. А вот она. Все, вижу, где турель. Вот она. Значит, она там. Давайте с базуки туда шмальнем, что ли. Только надо сейчас грамотно это все сделать. Базуки надо грамотно стрелять, а то Вовочка грамотно стрелять не умеет. Вы сами видели, он может сам себя подорвать. Вот. Вот, 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 вот так. И еще раз. И еще раз. О, половина. Что-то я не понял. А, блин, она же сбивает пули. Твою мать. Сейчас посмотрим. Слушай, у них на газолине все турели, походу. Потому что проводки не видно. А, все, сейчас я собью. Она, видите, ребят, хоть турель дэмэдж не получает, но когда я стреляю, получает дэмэдж этот каттлволк этот. Сейчас пум, и нету турели. Все, минус турель. Отлично, там, надеюсь, больше ничего нет. Давайте посмотрим. Так, оп-оп-оп. Нет, ничего. Заходим в следующую комнату. Что у нас здесь за подарки? Слушай, я как Санта. Пуль, мало что-то пуль. Пацаны, ну как-то вы меня не порадовали. Я-то думал, здесь будет еще какой-то лут хороший. Еще пуль немножко. А тут что? И тут пуля, да? Тут кто-то тут жил. Я кого-то убил. Так, Самир. Идем дальше. Угу. Идем дальше. Что тут? Одна сишечка. На тебе одну сишечку. И побежали, побежали, побежали. Опа. Что это такое? Опа, что это было? Генер, что ли? А ну смотри, у них, по-моему, турели все должны были отрубиться. Или не отрубились еще? Не. Вот я вот это не совсем понял. Куда эта тема идет, ребят, смотрите. Что-то здесь неладное. Куда вы это подключали? А ну давайте. Два. Сишек не жалко, все равно ваши. Знаешь, такой говорю, сишек не жалко, все равно все ваши. Так. Давайте еще одну. Все, хватает. Что-то у них тут, конечно, молодцы, пацаны. Не, ну знаешь, стоит им отдать должное, хоть... Я чуть не врубился, это как понять? И уходит сюда. Истинный Исао. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф. Ладно. Давайте сначала эту дверь проверим. Тут куда можно пройти? Тут тоже какие-то... Сколько тут хилсов? 8500. А тут сколько? Надо найти там, где меньше хилсов. Вот тут 6. А тут 600. О, вот тут и пробьемся к ним. Так, раз. Давай, 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 детка, лепись. Два, три. Ну же. Четыре. Пять. Вышел ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф погулять. Это додошки. Так, стоять. У них турели все на газолине, не ищи генератор. Серьезно? Да. Прикольно. Проводки у них нету ни одной. У них в этих ёжиках их. Короче, дофига каких-то пистолетов, помповые дробовики синие забирать или помповые синие не стоит брать. Забирай все, пусть ребята кайфуют. Ладно, идем дальше. Что где-то турелька, пацаны. Мы добрались до основного ихнего здания. А, стоп, это ж. Вон она, турелька, видели? А тут есть что-то? О, тут пингвины у них, кстати. Турелька, ух, ни хрена себе, сёдел здесь. Взять все. Там разберемся на базе, что за сёдло. Так, теперь идем дальше. Что у тебя там? Кицаля надо еще рвануть. У меня турели разгружаются. У них тут сейф, кстати, да. Стоит. Сейф будем брать или не будем? Да. Конечно, под ноль, чтобы у них ничего не осталось. Я понял. Сейчас тогда делаем так. Мне сейчас надо за сишками будет вернуться, а то, по-моему, баста карапузики, у меня сишки кончаются, веселье заканчивается. Такое ж не должно происходить. Опа, турель. Перебежкой? Опа. Опа, перебежкой. Так, это мы смотрели уже этот лут, что там. Тут какой-то орел у них. Ой, какой орел. Ты кто такой орел? Что у вас? Слушай, тут? А ты вот эти ворота не можешь взорвать?
Блин, меня крашнуло. В смысле тебя крашнуло? Бегу. Меня крашнуло. Бегу назад. Ну все, у них там последняя комната осталась. Ну ты стоишь на месте. Обнула какая-то стоит. В смысле обнула? Нам не дадут дорейдить? Ну мы пацанов дорейдили, там только динозавриков, они чуть-чуть слить и все. Наша песня хороша. Рик, сейчас не прокакать. Да не, Рекс там вообще ничего, его даже никто не дамажит, того Рекса, ты не парься. За Рекса можешь особо не париться. Где наши сишки? Вот, наши сишки возьмем сколько? Ну, возьмем 27. Возьмем одну базуку эту. Все, она уже использована. Возьмем немножко снарядов. Где снаряды? Блин, а вот. 102 мегабайта обнула. Это именно на этот сервер или вообще на арк? Не знаю. Ладно, ставь. У меня пока все хорошо. Это странно, у тебя обнова, у меня нет. Надо, наверное, у меня рано начинается почему-то. Надо, короче, улетать, наверное, на сейчас. Минут 5. Слышь, Самир, надо сейчас, наверное, да собирать. Да нет, да, рейду потом. Че, улетать? Я сейчас зайду минут. Не, 3-4 минуты. Сейчас я зайду. Ну давай, я иду тогда, попробую там дорейдить. Там еще пару турелей у них, турели осталось. Так, что мы тут продвигаемся дальше? Так, сюда перебежка. Значит, тут одна турель. Видели, ребята? Вот тут одна турель. Сейчас проверим, как она висит, чтобы я знал, как стрелять. А на какой она стенке стоит? На той дальней. Вот бабушка-то. Бабушка. Чем ты так стоишь? 2, 3. Опа, куда сишка упала? Ладно, хрен с ней. Еще не взорвали, да? 1, 2. Так, куда я сишку? О, вот, стоп, нет, эту не надо взрывать. Не-не, вот эту сишку. Заберем. И туда ее. Оба! Оба-на! И сюда спрячемся и взорвем. А теперь посмотрим, или турельку не открыли доступ. Она не будет стрелять? По-моему, ее взорвали. К чертовой бабушке, да, турельки нету. Так, тут еще одна турелька. Вот там я где-то видел еще одна. Тут шкафы у них. А что там у нас? Что там? Птичка. Птичка, я забыл для тебя снаряды взять. Твою мать, придется тебя копьем убивать. А ну, ты не дикая? А ты турельку прикрываешь, да? А ну, стоять. Где турелька-то? Так, еще раз смотрим, где турелька. Че турель, ты че, не агрессивная? Прикинь, турель не агрессивная, Самир. А давайте сделаем прикол. Возьмем птицу-суицидница. Ребята, кто-то видел птицу-суицидницу? Сейчас мы взорвем и турель, и птицу. Тра-та-та. Минус птица и минус турель, да? Или не минус? Минус. Все. Походу. Входим. Осторожно. Осторожно. Что на птице за седло? Никакого седла. Что у нас здесь? Пиво. Бухнуть надо после такого дела. Обмыть. Пульки заберем. Самир, у тебя как дела? Самир, ты тут? О нет, они пивко даже делают. Пацаны, наверное, хотели праздновать наш рейд, но что-то не получилось. Не, ну если честно, по большому счету, то... вообще мы не сторонники таких рейдов, просто... Мы решили пацанам показать, что если они нападают, когда у нас никого нет, то мы тоже будем нападать, когда у них никого нет. Поэтому, я надеюсь, это послужит им небольшим уроком. Что если мы... как бы договорились, да? Ну, то есть мы вообще-то не договаривались, потому что мы им сказали, что просто мы не любим офлайн рейды. Вот. Они, я так понял, не поняли, что мы подразумевали, что мы не любим. Дротики, пульки... Это. А вот птерыхни. Давайте. Хотя, блин, стоп, нафига я сишки на вас-то трачу? Не, стоп, этот шкаф что, закрыт? Под пин-кодом, серьезно, что ли? Mm.
маленькие компики умерли. Что там у вас хоть было? Не говорите, что какое-то барахло, я зря взрывал. Блин, барахло. Зря взрывал. Так, птеров надо слить. Это самое важное. Птеры. Птеры, птеры, птеры. А если я в голову стрельну, ну, у меня пули появились. Дэмэдж пройдет. Сейчас проверим. Нет, не проходит. Ладно. Тогда взрываем. Что в холодильнике? Опа, что за яйца? Яйца, куча яиц. Так, давайте вот так. Оп. 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 Хватает. Компи сдохли. Птер еще жив. Блин, что-то разрушилось. Короче, я тут пока просто устраиваю вакханалию. Ну, я... О, турелька, она вырубилась, прикинь, турельки вырубили. Додошку сняли. Что с этой турелькой, я не понял. Газолин, что ли, кончился? Это кто такой? Это кто такой красивый? Честно говоря, мне уже даже аж, знаешь... Рекс на нейтралке, он пойдет на турели. В смысле? Если что, сразу на нейтралку свести. Чё не понял, чё я не могу его пристрелить? Я ихнего пингвина пристрелить не могу, ты прикинь? Чё это с тобой, пингвин? Как чё ты такой? Может, со шлемом красный. Всё, кайрука. Не, он, я походу не попадал в него. Ну, жук. И ж, минус жук. Чё тут ещё у вас? Ещё жуки какие-то. Нифиг. О, блин, Рекс куда пошёл? У них кец ещё один тут остался. Это, по идее, кец, на котором они хотели нас рейдить. Надо этого кеца съесть. А, блин, так не простреливает. Ну, ёлы-палы. У них жук тут 225-й был, прикинь. Всё. Так, что это такое? Что там у тебя? Обесточено. Пин-код. Ладно, хрен с вами, оставим там патроны. Не хочу я её взрывать. Это надо теперь отсюда вылезти. Я зашёл. На рексе сейчас хилю. Так. Ну, тут всё. Опа, там что, турельки? Турельки у них повырубались. Это у них сейф тут есть. Что, взрывать сейф? Или что делать? Да, 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 взрывай. Ты будешь, что в сейфе ничего нет. У них седло на птера. Сейчас я... Седло на птера. А ну, подожди, давай птера сначала заберем. Ну же. Слушай, какой-то рейд превратится в очень долгий. Я его комментировать хрен знает сколько буду. Так, а вот и птер. Как ты там поживал, малыш? 9. Нифига себе, это что-то он какой-то... 229-й птеродон. 2. Ну, перезаряжай. Что-то какие-то откаты на сервере появились. Нифига себе, какой птер у них тут жирный. Так, с какой я снайперки вообще стреляю? Чуть не могу. С красной снайперки, я так плохо бью его. Нехилый у них, я тебе скажу, птер. У них птеры хорошие. Не, скорость тоже, по идее, есть. Слушай, я этого птеру 6 выстрелов с красной снайперки. Засадил, прикинь. Вот, 7. А ну да, посмотри, что за седло на нем. Может, реально там седло? Фиолетовое седло. Так, это мясо тебе нужно. Что там дальше у нас? Ох, тут еще кусок базы. А тут, походу, у них все динозавры. А ну посмотрим, что здесь. Еще птеры. Давай зайдем сейчас к динозаврам. Разрушим сейф. Вот прямо вот так, знаете, как ребята будем делать? Чтобы зайти сразу к динозаврам, сразу сейф надамажить. Будем кидать сишки вот так. И главное, чтобы этот сейф не провалился сейчас. Давай, давай. 3. Ну уже. А сколько надо выстрелов с базуки, чтобы сейф сломать? Ты не знаешь, Самир? Около 20-30. А сишек где-то 80, по идее. Ну, о, да, это. 2 идет, по-моему. Так что в 2 раза меньше. А ну, смотрим. Ну да, сейф мы будем долго ломать. Давай с базуки постреляем, что ли. Мне это слишком близко. Получше с базуки. Опа.
Блин, я еще не попал. Как я в Фиоми попал? А может слушай, текстурки птиц не мешают? Или мешают? Когда ты типа стреляешь с базуки, то я попал. Странно, я куда-то попал, непонятно. В кого? Давай еще раз попробуем, ребятки, сейчас. Вот так давайте стрельнем. Вот туда, вот этот угол. Опа, там ганслингер какой-то еще валялся. Опа, я его даже не проверил, сейчас проверим. Мне надо там дырку сделать. Я чуть не понял. Сколько? Да блин, долбаный кец, ну что ж ты достаешь меня? На базу, конечно, мы сейчас набрали. Сейчас волка пристрелим. Опс. Какую-то... Опа-па, я, по-моему, пробил дыру не там, где надо. Ё-моё. Всё. Там турелек нету, я что-то, блин, перестарался. А ну смотрим. Что тут у тебя? А, это яйца. Яйца нам не нужны, да? Или нужны? Какие? Оплодотворённые, берите. Нет, там не оплодотворённые, там какие-то непонятные. Сейчас я там всех животных им перестреляю. Непонятные, не бери. Там просто яйца этих, знаешь... Вот, я с базуки по ним стреляю. Нормально или не стоит? Стоп, всё. Базука... Да, нормально. Даже по кицелю можешь с базуки. Да. Сейчас, стой. Это же ихняя базука. Да я забрать не могу. Кицаль, блин, да отвали. Дай тут забрать лут. Мяско хочу поесть. Прикинь, он меня еще бьет, кицалик. Опа-па-па-па-па. Что-то стреляет. Вау, там турели есть. Опа, фак. 28 тысяч в сейфе осталось. Иду, возвращаю. Сейчас возьму еще немножко базук, снарядов. И вернусь. Ты что у меня с хелсами? Я умираю? Я умираю. Плохо дело. Давайте четверку базуку. Давайте сейф взломаем, кстати. Посмотрим, что у них в сейфе. Просто уж больно интересно, что ж там такое было. Ой-ой. Сейчас оно упадет, еще там турели включатся. Тут этот ряд же не обесточили. Ты скажи, чтобы я отошел. Меня не дамажили. Не задамажу. Я тут, правда, я полбазы им расфигарил уже вообще к черту. Давайте, ребят, стоп, давайте отсюда постреляем чуть-чуть. Вот так. Что здесь у нас за лут? Не бать, что, сколько у этого сейфа прочности еще? 10 тысяч? Ну ладно, давайте сишками добьем. А, хотя нет, ты сишками говоришь, невыгодно, да, добивать сейф? Ну да, взрывает, какая разница, сишки сделает. Рейс есть. Давай сначала базук. Ну, сишки, рейс вообще взяли. Меняем базуку, потому что это может у меня в руках прям взорваться, я чуть не хочу. Давайте. Опа. Что это такое было? Не понял. Я чуть не врубился. Это как ну, понять? Ты поменял, но ты вторую не поставил. Там она остается желтым цветом. Надо вторую нажимать, чтобы вторая базука перешла. Есть, сейф упал. Ну, что, ты умер? Не, я не. Ой, блин, у них тут турели дофига. Только бы не начало сейф? Стрелять. Не в сейфе, у них тут дофига турелей. Опа, блин, да кец. Да пошел ты в жопу, кец. Да я забыл эти турели. Что? Ты бы взломал бы стену, я бы отстанковал турели из какого-нибудь бега. Ах! Турель работает, не могу посмотреть, что у них будет. Какие динозавры гейт приходишь, я пробил? Взрываюсь. Ладно, хорошо, я понял. Сейчас взорвем, давай. А ну сколько тут? А сколько у них хелсов вообще? 4-5 тишек. Давай 4 пока поставлю. Отходи. Слишком далеко не отбегай. Угу, есть одна.
Нет, еще нету, кстати, сейчас. Что-то, по-моему, новость там есть. Да, я тоже смотрю. Ты бы в раму поставил бы в раму? Тише, чтобы раму упала. Все, еще одну, походу, хватит. Так, смотри, там еще одни ворота. Вот, они тебя, по сути, никуда не приведут, сейчас увидишь. Ну, не ворота, мне тут цель, а башка нужна. А ты хочешь через бошку кусать его? Угу. А вот справа что за спина? Вот это? Ну, это уже к ним туда, в ангар зайдешь. Давай сам взорви сразу стену. Я залечу, добегу туда и турели подтанкую головой. И заодно кеху сожгу. Ну, давай сейчас. Отходи. Как они кеху туда засунули? О, отлично. Тут еще одни, видишь, у них. Ломай, ломай, все. В ту сторону полностью поломай, я башкой зайду туда. Сейчас. А, тут опять все. Надо ждать. Давай с базуки постреляю. Я подумал. Давай. Будет проще. О, хорошо, открылось. Сейчас. Башка уже бегает. Еще одну ложь. Хватит так или еще? Еще вверх. У меня последняя пуля просто от этого. Типа ему в голову стрелять ты имеешь? Над ним? Оп. Ну ладно, отбегай. Уже по тебе проходит. Опа, кец кусается. Ну пробуй. О, пошла жарень. Пошла жарень. Так, идем дальше. У меня еще стишек есть немножко. Пока кеца там убивает. О, тут можно шптера убить сейчас. Что-то он какой-то мощный у них, кстати, заметил. Поэтому они и заходят, держат его. Ничего, нифига себе кеца у них, конечно. Ну, Рекс тоже не надо будет прокачивать. Драка динозавриков! Ну, там турели, там опасно. Слушай, он, блин, я тебе скажу, такой нехиленький. Кто? Это их не кецы. Тысяч 20, наверное, имеет. Уже покраснел. Да, уже красный вижу, я по крыльям буду, да, еще чуть-чуть. Эй, харе, кецы, не бесися. Я вообще не при делах, тебя Рекс грызет. Я просто пришел посмотреть. А ну отойди чуть, я хочу взорвать их не сишками эти, их не печи, а ну что там в печах было. Кстати, там турельки что-то не стреляют. Ох, сколько тут газолина, ё-моё, я забираю весь газолин, или не нужен он? Чё скажешь? Там... Тут... Ты куда пошел внутрь? Угу. Я не знаю, зачем я это все беру. Ладно, пофиг. Еще одна печь. Что в этой печи? Давайте посмотрим просто. Ой, блин. Бежим. Там, короче, ничего нету. Взорвал их.
А где турели? Это откуда в тебя турели стреляют? Внутри, там, где это животное, походу. Сейчас. Я имптеров сниму, этих ихних. Не понял, как это я не попал, только что в него видели. Так, еще один птер. Ага, там я видел, все, понял. У них тут еще и черепахи. Ой, блин, как она медленно ломается. Придется воспользоваться старым добрым C4, чтобы это все взорвать. Только поосторожнее, меня не дамажили. Не, не дамажили. Так, а теперь будем расстреливать дальше ихних динозавриков. Ну что, тут походу все, Самир. Тут, в принципе, добиваем их и можно уходить, mm-hmm. Тут ничего не осталось. Черепах еще этих двух можно убить. Нормально стал. Что-то не понял, что эта турель по мне не стреляет? А она, походу, с улицы стреляет в курс. Нет, тут сзади со спины прям турель стоит, она почему-то отключилась. Они что-то все отключились. Что за прикол? Смотри, не стреляет. Может, генератор сдох? А, может. Можно спокойно заходить? Ну что это за птер такой дерзкий-то? У них какой-то... Давай посмотрим, что у них за седла вообще были у этих ребят. А ну, что у тебя? Красные седла. Да, блин. Минус одно красное седло. Что и тут? На птерах. Ох, ни хрена себе. Где-то должен заносить. Взять все. Тут неплохо ракет. Прикинь, было пуль. 10 тысяч пуль, походу. Ой, я двигаться не могу. Давай сейчас подойдем. Ты не можешь разгрузить? Вообще двигаться не можешь. Сейчас, подожди, я сейчас тебя что-то... Я что-то заберу сейчас тебя. Боже, у них печки какие-то доменные. Стой. Сейчас я разгружу. А, я пули заберу с тебя, их цементной пастой немножко. Все, тебе больше ничего в тебя ложить нельзя, я так понял, ты перегружен. Угу. Так ты сразу в кецы закинь, в кецы стоят. Сейчас, полимеры. Что-то тяжелое. 50 килограммов, газолин по 50 килограммов. Да, там пули до хрена тоже весит. Сколько у тебя вес сейчас? Можешь двигаться, ну смотри. Да. Все, давай. Добивай этих всех динозавриков. Ну что-то еще было, стоп. Все, хватит этого. Что ты стреляешь? Ты ранил тебя, что ли? Да я этим. Да я кровать их не взрывал. Вручную лень было бить, я решил ее. Короче, все, здесь ничего не осталось. Наверху осталось еще. Птеры, да? Какая-то птичка здесь осталась. Птеры, да? А, все? Ну все, уходим туда. Да точно, никого не оставили. Да вроде нет. О, красное седло на кого-то. У них еще черепаха, по-моему. Да, черепаха, но я со снайперки ее не убью. Так, давай проверим еще комнаты. Что у них тут? Бочки с пивом? Я, может, им оставлю бочки с пивом, а? Пиво возьми, пиво бери. Нужно пиво сильно? Пиво хорошая вещь, да. А, и там турелька, я уже не возьму. Меня отстреливают турели. Сейчас, может... Все, у них животных не осталось тут? Да, одна черепаха осталась, все. Возможно, конечно, где-то какие-то сейфы еще есть, но хрен его знает.
Не знаю, короче. Ловилки еще раз дал. Короче, ребят, вот такой вот получился рейд. Всем, кто смотрел, большое спасибо. На этом все. Мы с Самиром удаляемся. Рейд удался. В общем, мы пополнились крутыми пушками, кучей патронов и прочего добра. Так что будет, я думаю, весело на этом сервере, если ребята еще с кем-то объединятся или приготовят новую базу, повоюем еще.